Всем привет! Многие люди уже знакомы с техникой визуализации. Для каждого человека эта техника выглядит по-своему. Кто-то прикрепляет на маркерную доску вырезки из журналов и смотрит на них ежедневно, полагая, что эти красивые картинки с роскошными домами и яхтами смогут стать частью их жизни. Кто-то пишет письма самому себе в будущем, описывая свою жизнь лет так через 5-10. А кто-то ежедневно читает мантры, привлекая в свою жизнь богатство и счастье. Люди-невротики чаще всего боятся материализации своих мыслей. Им кажется, что если они подумают о чем-то негативном, это непременно с ними случится. Обычно такие люди плюют через плечо, стучат по дереву по несколько раз в день и живут в страхе перед неприятностями. Но так ли работает материализация мысли? И можно ли притянуть ситуацию? Психологи уверены, ситуацию притянуть невозможно. Ее можно только создать. Человек может самостоятельно выбрать себе событие и сделать подсознательно все для того, чтобы это случилось. Все зависит от его побуждений, но какое побуждение лежит в основе его действий. Если, к примеру, мужчина долгое время не может найти работу или все же ее находит, но потом быстро теряет, по необъяснимым причинам ему кажется, что виной всему есть какой-то злой рок. Но возможно, в его основе побуждений просто лежало желание не переезжать от своей семьи, с которой ему удобно жить на протяжении уже порядка многих лет, не брать на себя ответственность и жить на чужие средства. Выбирайте для себя правильное событие, и ваше сознание поможет найти тот путь, который точно приведет вас к успеху.